Привет, мои хорошие! Сегодня я сделаю такое видео со звуковыми эффектами просто, то есть я не буду ничего показывать, у меня в кадре тоже не будет, и просто держала вот эту вот как раз, вот эту вот бумагу, я не знаю даже, что это наверное, да, резаная бумага, но она, в общем, упаковочная, пришла она мне вместе с коробкой с iHerb, откуда я постоянно что-то покупаю. Так вот, я ее держала, я ее не дала тоже ребенку играть, потому что когда я ее потрогала, я прям, не знаю, я влюбилась в эту бумагу. А раньше были упаковочные, когда вот упаковывали какие-то всякие продукты, такие пупырчатые были бумага, как мешок пупырчатый. Потом стали такие большие пакеты, надутые воздухом. И вот сейчас в стеклянную бутылку мне упаковали вот такую штуку. Стеклянную бутылку я покупала, что там было? Я покупала мужу cranberry juice. Cranberry — это у нас клюквенный сок, да, концентрированный. И вот так они его так завернули. И вот, в общем, она вот такая классная, прям по ней, не знаю, так классно вести, не знаю, ее прям так шоркать можно. И еще она вот так вот растягивается, она такая огромная. А сегодня еще День Святого Валентина. Хочу поздравить всех моих подписчиков и подписчиц с Днем Святого Валентина. Желаю вам большой любви и хорошего настроения на каждый день. И да, мы сегодня ездили в Подко, так? Я там внезапно сняла такой влог. И если хотите, если вам интересно, потому что я уже знаю, что многие мои подписчицы и подписчики с моего канала переходят на мой бьюти-канал и смотрят там мои видео, потому что там можете, в принципе, узнать про мою жизнь, про мои косметические средства, которыми я пользуюсь, мои макияжи, которые я делаю. А если вам интересно, конечно. И вот, да, я как раз здесь одновременно расправляю эту бумагу. Я не знаю, мне надо придумать, что я с ней буду делать, потому что мне ее жалко просто выкидывать. Она вот такая вот классная. Прям, не знаю, она, не знаю, у меня как второй рукой я сижу на кровати и пытаюсь ее сама расстегнуть. Снимаю сейчас не на камеру, на телефон, у меня камера без зарядки. Вот, так что, да, еще я вчера сделала такой маникюр себе черным лаком. Люблю черный лак. Одно время я им часто-часто пользовалась, потом я перестала. И вот сейчас на меня что-то опять нашло. Опять хочу черные ногти постоянно. Да, это вот так вот, как кольчуга, наверное. Мне кажется, было бы прикольно сделать какой-нибудь костюм из такой бумаги. Смотрите, видите, она тянется. Я не знаю, прям полотно такое же. Вот. И вот так вот, если она не раскрыта, она вот такая гладкая. Ну, сейчас я ее попробую как-нибудь сосаться. И вот, и она раскрывается. Здесь пока
я здесь. Хочу показать вам мои последние покупочки. Вот этой косметики из Лик. На бьюти-канале у меня уже есть обзор. Я уже делала, но макияж я еще не делала. И вот это у меня, в общем, первая палетка. Это у меня палетка хайлайтеров. Смотрите, какая красота. Такая вот она зеркальная. Открывается. Здесь вот такие хайлайтеры. Очень прям супер. Смотрите. Вот такой блестящий. Ну, то есть здесь вот один такой побелее, другой такой золотой, другой оттенок золотого. И это прессованное. Вообще супер вещь прям. А следующее у меня пришла вот такая помада от Sleek. То есть вся эта косметика — это мои новинки от Sleek. Матовая помада в цвете таком нюдовом. Но она, да, она супер красивый цвет, она супер стойкая, но она так сильно сушит губы, нереально просто. Просто, серьезно, не знаю. Вот это вот большой минус. Поэтому я под нее, я вот уже пару раз ее красилась, я и под нее, и на нее я намазываю бальзам для губ. Вот, но вообще эффект хороший, стойкая она. Следующая у меня такая тушь, Full Fat Lash Mascara. Черная тоже от Sleek. Классная упаковочка, такой вот прям хорошенькая упаковка. Вот такая. Вот с такой кисточкой. Силиконовая кисточка. Я думала, что мне она не понравится, но сегодня я ее пробовала. Очень хорошо красит реснички. Такая прям, да, делает объем, кстати, даже на моих ресницах. Следующая палетка. У меня были вот такие тени от Sleek Russo Special Palette. Такая, такими натуральными, ну, такие, да, здесь скорее такие натуральные цвета. И несколько есть темных. Давайте я открываю. И сегодня, кстати, дочь помогла ей, уже попользовалась ею, на себя но она намазала. И вот такие цвета красивые. Я пробовала вот этот, от розовый, и вот этот. Вот эти вот цвета у меня дочь потыкала уже немножко. Вообще здесь половина матовых, половина шиммерных цветов. Вообще красивые цвета. Очень мне понравились. И вот такая большая палетка. Там огромное зеркало, раскидывается, раскрывается палетка вот таким образом. То есть вот так. Это мои покупки. И сегодня мне муж на 14 февраля, потому что я собираюсь в спортзал, не могу никогда ехать до него. Но я в понедельник уже точно пойду. Он уже сделал подарки, одну блузку, как футер, такую для спортзала, ну, в принципе, можно так на улице ее носить, и курточку такую полуспортивную, красивую купил. И да, я с этой... А, кстати, я придумала, что можно с этой бумагой делать. Я не знаю, может быть, вы такую найдете где-нибудь. Я не знаю, не видела, где она продается. Видите, от хайлайтера блестит, как от пальца. Можно заворачивать подарки, я придумала. И мне кажется, если перевязать какой-то такой нитью, которая как от мешковины нить, как ее, не знаю, как называется. И мне кажется, будет такой handmade классный декор получится. Если как-нибудь вот так вот сделать.
сегодня. Ну вот и все, вот это вот я, в принципе, вам хотела показать. Гинеться, классно, классно. Вот и все. Я помню про видео, про запросы, которые вы мне делаете. Я все помню, я все записываю. И буду снимать. Так что оставайтесь со мной. И всем пока-пока.